Почти на 2% увеличилось количество преступлений в 2020 году на Камчатке. Острым был и остается вопрос хищений, совершаемых дистанционно, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, средств мобильной связи, сети интернет. Меньше в ушедшем году стало совершаться имущественных преступлений с применением насилия, посягательств, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сократилось количество противоправных деяний, совершенных в состоянии опьянения и в общественных местах, а также ранее судимыми лицами. Снизилась уличная преступность. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой края в 2020 году выявлено ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами органов системы профилактики. По требованию прокуроров приняты меры к усилению контроля за гражданами, в отношении которых установлен административный надзор, повышению профилактической работы с лицами, состоящими на учете в полиции, в том числе освободившимися из мест лишения свободы. Камчатская прокуратура продолжает следить за исполнением органами и должностными лицами обязанностей по профилактике, предотвращению и пресечению преступлений.